Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня поиграем в игру впервые под названием Layers of Fear. Эта игра переводится как «Слои страха». Layers – слой, Fear – страх. Итак, я тут ячейку уже создал, пока настраивал, пока графику там подкручивал. И вот, собственно, наша начальная заставка этой игры. Эта игрушка, по-моему, 16-го года. Она в жанре хоррор. И, судя даже по этому холсту, наверняка вы догадались, что эта игра будет про художника. Еще я скачал русскую озвучку, надеюсь, она будет работать. И еще у меня красное лицо, возможно, вы заметили. Это я и на солнце обгорел немного, но это не страшно. Поехали, давайте смотреть игру. Интересно, вы заметили, какая музыка божественная? Какая она красивая. Прямо слушаешь и думаешь, ты находишься за компьютером или ты где-то в каком-то... Так, слушаем. Звук. Больше всего меня звук интересует. Я знаю, каким ты себя ощущаешь. Потерянным. Одиноким. Безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все, как было. Так, а как было? Единственное, чего ты когда-либо желал. А как же было? Заверши картину. Картину? Вот, я говорил, про художника будет игра. Наша основная задача, значит, будет завершать какую-то картину. Дориан Грей, Оскар Уайлд, The Picture of Dorian Gray. Картина Дориана Грей. И там какая-то была цитата. Цитату не перевели. Ну ладно. Так, значит, мы появились в каком-то помещении. Двери. Ух ты, ну графика, согласитесь, классная. Правда? Какие-то под... ботиночки. Мы можем их обсмотреть как-то. Маленькие ботиночки. Это, по-моему, детская обувь, правда же? Ну да, конечно. Прикольная графика. Мне нравится игра уже. 16-го года, еще раз повторюсь, игра. И вон как она... Это намордник для собаки, судя по всему. Так, как с этого теперь этого выйти дело? То есть можно некоторые вещи нажимать и таким образом рассматривать. Значит, мы оказались в каком-то доме. Не знаю, мой это дом или не мой. Картина какая-то, не знаю, кто автор такой картины. Наверное, нужно открывать дверь. Оп. Оп. Собака есть раз. Маленькая девочка, возможно, дочь. Фонарик F не работает. Ящик, открываю. А, записка какая-то. Опа. Журнал, какая-то газета. Spacebar. Ага, можно, они даже перевели. Триумф художника. Открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караваджо, другие сравнивают с Ван Эйком. Один восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, зашел так далеко, что воззвал к духу великого Леонардо. Как бы там ни было, а выставка имела огромный успех. Особый стиль получил высокую оценку за свое уникальное сочетание влияния Ренессанса с более современными техниками. Сам художник присутствовал на мероприятии в компании красотки-невесты. В своем черном платье она выглядела потрясающе. Отлично рассказала нам, что пора действительно ждет. Лично рассказала нам, что пара сильно ждет. Так, хорошо. А что же пара лично ждет, непонятно мне пока. Так, опа. Это похоже на ошейник. И тут что-то написано, выгравировано. Ладно. А стул. Кто там завывает уже? Какая-то книжица на столе. Это все изучаю. Так, это мы открыли. Есть вот всякие вот такие вот шуфлядки. Опа. Книги. Домино. Это что? Дверь заперта. Что здесь написано? Сэр, я не заходила в мастерскую, как вы и просили. Хотя, представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Хорошего дня. В моем кабинете находятся ключи от мастерской. Это надо запомнить, видимо. Оп. Довольно-таки как-то темновато. Может, надо стоит яркость, настройки, графика. Яркость, может быть, нам надо сделать побольше. Принять. А ну-ка.
А, только после перезагрузки игры. А нет, по-моему, тоже поярче стало. В игре, правда же? Так намного приятнее мне, как кажется. Хотя, может, атмосфера какая-то теряется. Карандаши, еще какие-то шкафчики. Вряд ли мы тут в этих шкафчиках что-то ценное найдем, но то, что мы можем их выдвигать, это радует. Так, это ванная комната. Надо ее, наоборот, открыть. Ванная комната. Почему кран работает? Надо его закрутить. Не надо, чтобы вода у нас зря вытекала. Почему я не вижу себя в отражении? Это странно. Лампа. О, так получше. Еще какая-то записка. Пробел. 1Х протез голени. Компания протезы Ахиллеса. Как можно было ошибаться с длиной? Протез какой-то заказывали, и он оказался немножко длинноват. Не по размеру. Крышку унитаза, пожалуй, закроем. Смоем воду. Тянем, потянем. Смыл, смыл. Так, тут у нас что? Так. Тут тоже какие-то у нас... Присаживаться я могу на С. Это что такое? Мышьяк? Тут водятся мыши? Еще одна лампа. Пускай пока свет будет везде горит. Лампа. Нельзя забрать. Значит, что мы тут с вами изучили? Полностью эту гостиную посмотрели. Огонь. Развести не могу. Вот здесь что-то еще есть интересное. Что это за комната? Это кухня. Боже, как красиво. Это реально кухня. Записка. Что здесь написано? Пробел. Подумала, что ты опять не будешь спать всю ночь и приготовила тебе вкусненькое. Знаешь, я готова поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством и похрапывал, как мы, простой люд. И знаю тебе... Что там, что-то челюсть. В общем, поспи, глупыш. Я люблю тебя. Кто-то мне пишет письмо. Возможно, это моя жена. Записку. Она говорит, чтобы я покушал. Я тут лажу по шкафчикам. Еще какая-то записка. Краска. Золотая, розовая, желтая, умбра, окна, кисти 25, осветитель воздуха 50 упаковок, яблоко 10 килограмм, выпивка 30 штук. Кто-то писал список про покупки. Покупки. Кто-то хотел что-то купить. Хорошо. Много всякого вкуснятины. А это что? Это весы? Это похоже на весы. Это похоже реально на весы. Идем дальше. Что? Мы, кажется, мы в своем доме находимся, родном. На себя дверь открывать? На себя. Ну, это склад. Это как бы кладовка, в которой хранятся, собственно, различные картофель, там вот, луковицы. Закладки. Я понял, что это такое. Можно включить свет. О, вот. Я тут могу все осмотреть, в принципе. Пока что игрушка очень даже приятная и ничего не предвещает беды. Мне даже не страшно, я хочу вам сказать. Ни капельки. Только эта гроза немного нагнетает обстановку. Мы с вами почти полностью изучили первый этаж. Мастерская закрыта. О, подвал. Подвал, подождите. Давайте до конца изучим, что здесь на первом этаже. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я хочу зайти. Свет, тут должен где-то включаться сбоку? Нету включателей. Что это такое? Это у нас маленький Винни и партнеры. Проблемы с крысами. Позвоните нам и распространяйтесь с ними. Быстро, эффективно и недорого. Так, понял. То есть явно что-то почему-то они с крысами борются. И есть даже вот капкан. Это что такое было? Это что за шум был? А, я зашел в капканы. В мышеловки. Меня чуть не тут не подорвали. Они в это... Вот норка ихня. Мышиная норка. Понятно. Ладно, свет не буду выключать пока. Я испугался. Думал, что-то уже случилось. Это просто мыши. Давайте пойдем в подвал. Посмотрим, что у нас тут в подвале. Могу бегать на shift? Не, по-моему, одинаково передвигается. Так, я в подвале. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Мышь. Это мышь. Это всего лишь мышь. Это всего лишь мышь была. Фонаря нет. Еще записка. О, чтение, письменное общение, математика, наука, здоровье. Это табель успеваемости, физкультура, освобождение. Общий бал. Почему от физкультуры освободили? Это той девочке, которой мы видели обувь. Наверное, ее табель. Так, тут мы можем пройти? Тут мы, кажется, можем пройти. Вон мышка побежала. Лови ее, лови гадскую мышку. Так, свечи горят. Бочки, возможно, с вином. Не исключаю. Свеча. Забрать ее нельзя.
Так, ладно, идем, нам кажется, в эту сторону идти. А что тут за дверь такая? Куда она выведет? Скрипочка! Офигеть! А почему она в подвале? Не знаю. Но такая потрепанная слегонца. Закрыто! Нам нужно как-то где-то найти ключ от подвала, чтобы зайти туда еще дальше, видимо. Хорошо, тут что-то еще можно было... Разбитое что-то, очки. Ух ты. Я их не могу с собой забрать, но, возможно, они мне не нужны. Хорошо, мы тут с вами все, по крайней мере, посмотрели. Свет тут я не нашел, где включается. Но, возможно, тут света и нету. А по идее бы должна была быть какая-то такая включалка. Значит, мы с вами изучили довольно хорошо дом. И сейчас у нас единственный вариант, куда идти, это на второй этаж. По дороге посмотрим на картины. Ой, смешная какая картина. Так, и гроза гремит. Так, ух ты. И где же это мы с вами? Ух ты, фортепиано. Или как это правильно называется? Фортепиано? Еще записки. Ноты. Это ноты, но почему они сожжены? Доигрался. Донажимался. Так, хорошо, мы поднялись. С какой стороны начнем изучать этот второй этаж? С этой, наверное. Подождите-ка. Это кровь? Что здесь написано? Работал всю ночь. Не будить. Кто работал всю ночь? Кто там работал всю ночь? Вперед могу? Нет, только на себя. Кто там работал всю ночь? Не будить. Музычка. Шкатулки. Новое лицо музыки. Ночь в опере становится незабываемой. Ладно, не будем это читать все. Кто там спит? Никто не спит. Так, записки, еще раз записки. Показываю записку, на паузу нажмете. Если захотите перечитать. Еще записка. Это вроде не... Прости, не мог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. Подождите-ка, там какой-то мужчина пишет? Или это я писал записку? Это бутылки, всего лишь бутылки. Всего лишь бутылочки. Обувь женская? Женская. Бутылки рассыпались, а я уже было испугался. Ладно, идем туда, где кровь была. Свечка. Кровишка. Закрыто. Ну что же тут произошло такое? Ладно, идем изучать дальше. Дверь приоткрыта. Там дверь и тут дверь. Это всего лишь ветер, это сквозняк. Это сквозняк, надеюсь. Вот мой кабинет, тут должен быть ключ от мастерской, верно? Ключ от мастерской. Доски валяются. А вот и ключ блестит. Вот мои спички, портсигар, очки, ключ. Есть. А что здесь написано? Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. Так, это что такое? Картина. Это самая, как ее, красная шапочка. Ну все, тут больше, по-моему, ничего ценного не будет. Можем свет включить. В принципе, нам надо бы электричество экономить, по идее. Ну ладно. Что там? Книги. Ну ладно. Давайте посмотрим все же, что тут еще у нас было. Какая-то тоже загадочная белая дверь. Потом пойдем в мастерскую. Это детская комната? Судя по карандашам и разбросанным игрушкам, тут закрыто. Это реально детская комната. Кроем ее. Что-то она как-то туго открывается. На себя нужно. О, да, это детская комната. Вот той девочки, про которую мы с вами... Видели в самом начале. Маленькие ботинки были в коридоре. Это ее комната. Ну а где его жена? Картина собачка. Где его жена? Где ее... Куклы. Боже, какие они все страшные. Неужели они ночью встают и двигаются? Мишки плюшевые. Кружечки. Книги. Маленький столик для чаепития. Кубики. О, тут надо, короче, порядки. У нее даже тоже есть свои кисти, вон, какие-то карандаши. Она тоже будущий художник. О, папа, мама и Дося. Понятно.
Лошадка. Лошадка. Что за кукла? Оловянный солдатик. Ну, не совсем оловянный, но солдатик. Тут что? Паровоз. И ее платьице, и, по-моему, бант. Ладно, ребенка почему-то все равно тут нету. О, можем шкатулку завести? Ключ. Ключик для того, чтобы... А, это погремушка. Как ее завести? Здорово. Так, открываем. Там что? Тарелка. Тут что? Ключ. И это брошка и какой-то ключ. Прикольненькая штука. Музыка играет такая. Только пока ты будешь крутить ключи, только тогда она будет играть. Отпускаешь, сразу перестает. Ну ладно. Пойдемте, теперь у меня есть ключ. Мы можем теперь открыть свою мастерскую. Тут все закрыто. Мы тут все изучили в этом доме уже, считайте. Теперь единственный вариант, куда нам вернуться, это в мастерскую. Пойдемте. Красивый дом, графика хорошая. И учитывая, что эта игра вышла в 16-м году, графика просто великолепная. Так, открываем. Куда? На себя? От себя? От себя? О, это было на заставке. В самом начале, помните? Так, тут что-то разломанные краски, стулья, шкатулка. Оп, что здесь? Кисти и, собственно, краски. И зеркало, в котором я почему-то не отображаюсь. О, это какие-то наброски. О, боже ты мой, ребенка орел схватил. Так, что мы должны? Картину сбросить холст. Подождите-ка, сейчас брошу. Ух ты, это что такое? Бухлишка, что ли? Нет, это, видимо, какие-то растворители для красок. Тут всякие вон эти... Всякие всячина, всякая всячина. Тут кисти, пол... Ну, это мастерская, понятно. Тут он творит... Творит чудеса. Так, что тут пишут? Мне зачертело общаться через записки. Мы живем в одном доме в конце... концов. Как закончишь, приди и поговори со мной до того, как ляжешь спать. Ага, это он же не оставлял записки, что он хочет лечь спать. Он долго рисовал, работал. Понимаете? Тут закрыто. Тут закрыто. Тут закрыто все. Ладно, давайте сбросим холст. Видимо, это от нас разработчики... Сколько много кистей. Бамамия. Так, и стул. Что за стул такой? А тут, видимо, садится тот, кто будет позировать. Ну, смотрим, чем мы тут... На чем мы тут работали? Смотрим. Скрыто не без причины. Открыто новое достижение в Steam. You lost you... Чего? Space? Потерянным ты это заслужил. Закончи ее. Ага, закончи ее. Мне нужно взять кисть тогда, чтобы это дело закончить. Не понял. Как я должен ее закончить? Я должен закончить ее, мне было сказано. Но подождите-ка, но я не понимаю пока что. Это все, что мы должны были сделать? Мне сказали, что я должен закончить картину. Больше на нее ничего не могу нажать, никуда ничего сделать. Наверное, нужно выходить. Подождите-ка, была мастерская. А тут теперь какой-то коридор. Мы должны были выйти в холл. Что-то поменялось. Двери за мной закрылись. Закрытые двери! Я так не играю, алло. Алло, алло, алло. Я так не играю. Где мы оказались с вами? Почему дом так посерел сразу? Опять двери закрылись. Двери? Нет, нет, двери нормально, нормально. Могу, если что, уйти, шторы. О, окно. Я могу Just... Just out! Что? 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 Кто закрыл окно так быстро? Это явно был кто-то нехороший. Так, это что такое? Это курильные трубки. Шторы, шторы. Можно как-то открыть? Нет, надо, наверное, двигаться обратно. Почему я не могу их открыть? Могу. Так, стоп, опять все поменялось. Дом... Живой дом, он постоянно меняется. В нем все постоянно меняется. Что за дичь? Книжки. Картина. Кто-то на фортепиано играет. Так, обрывки любви. Получено достижение. Going in. Ходишь по кругу.
Ходишь по кругу. Подождите-ка. А, еще записка. Уважаемые господа, мы вынуждены мягко, но все же строго попросить вас не обращаться ночью на повышенных тонах. Ваши проблемы в браке хоть и заслуживают сожаления, но все же являются вашим личным делом и должны таковыми и остаться. Они никоим образом не касаются нас, а тем более наших детей. Пожалуйста, имейте в виду, что не каждый работает свободным художником. Некоторым, чтобы зарабатывать на жизнь, надо рано вставать на работу. Нам всем нужен сон. Также предупреждаем, если вы продолжите в том же духе, что и сейчас, мы будем вынуждены вызвать полицию. С уважением, ваши очень уставшие соседи. У них явно какие-то были с женой постоянные ссоры, вы поняли? Из-за этого они громко ругались. И даже соседи это все слышали. Люлька. Краски, опять везде краски эти. О, чемодан. Код какой-то нужно ввести, откуда я могу знать код? Где-то должен быть код. Что-то шумит. Где-то пароль мы должны были увидеть. Ой, боже, там, ну и картины, конечно, он рисует. Страшные. А где я должен был пароль узнать? Мне нужно явно этот... Тут закрыто. Значит, где-то находится в этом помещении пароль. Пароль, записка, бумажка. Смотрим, изучаем. Какой может быть пароль? Где-то должны быть какие-то цифры. И что-то в этом чемодане как будто бы говорит, шепчет мне. Какой может быть пароль? Где тут можно узнать? А, свечи. Три свечи поджег. О! Мамочки. Так, пароль, кажется, мы нашли. 5-4-8. Кажется, это он. 5-4-8. Есть! Пароль отгадан. Замок от... Открываем. Что здесь? Что... Одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии, убивает меня. Так ты выйдешь за меня? Это воспоминание было его. Это кольцо? Это кольцо. Он... Чё? The past? Приглядись. Как приглядеться? Прошлое сдерживает... Прошлое сдерживает. Приглядись. Прошлое сдерживает. О, двери появились новые, их тут не было. Честное слово, не было. Открываем. Мамочки. Опч. Опять двери закрылись. Глобус могу крутить глобус. Костер. Я провалился под землю! Это какая-то была ловушка. Двери закрылись. Фонарь, нужен свет, срочно. Я плохо вижу. Какая-то записка. Любовь моя, пусть ты еще не родился, я уже чувствую, что ты рядом. Это просто поразительно. Поверить не могу, как же мне повезло. Год назад все, что у меня было, это талант и амбиция. Теперь наперекор всем невзгодам у меня есть карьера, любящий муж и ты. Я всегда была чужда религии. Наверное, то, что другие ищут в... проповеди я нашла в совершенствовании собственного искусства, но теперь мне все чудится, что за мной присматривают высшие силы. Однажды мне сказали, что я ни за что не стану известным музыкантом. Теперь же я выступаю с концертами на самых престижных сценах страны, и они проходят с аншлагом. А еще говорили, что у меня трудный характер и что я никогда не найду свою половинку. Не угадали. Наконец, однажды врач сказал мне, что у меня никогда не будет собственных детей. И вот он... Ты во мне. Наверное, я самая счастливая жена на свете. Я так тебя люблю. Это она своему ребенку посвящает письмо. Правильно? Или ему? Кому это отсылается? Я так понимаю, ребенку. Она же как бы общается с ним. Включим свет. Пойдем наверх. Так. Хорошо. В принципе, мы выбрались с этого места, куда мы провалились, верно? О, какой-то рычаг. Опустим его. Должны, по идее, двери отодвинуться. Я боюсь, там сейчас какая-то хрень мне выскочит. Пока никто не выскакивает. Ну и хорошо. Так, о, на меня зато какой-то олень посматривает. Что дальше? А, стоп! Почему там сверху на олене кукла?
Кто ее забросил? Кто забросил куклу на оленя? Что за безобразие? Скиталец. Так, это не открыть. Зачем они это сделали? А тут что? Двери закрылись. Тут есть еще одна дверь. Я могу ее открыть? Могу. Чикс. Так, картины. Это все я рисовал? Я в этом не уверен. Paint deep less. Живопись глубочайшая ложь. Что здесь творится? Живопись живо... Чё? Открываем. Ух ты. Еще какой-то холл с картинами. Веревки. Мышка! В костер! С ума сошла! Ты чё в костер полезла, мышь? О! А! Боже ты мой, чёрт побери, вы видели? Книги подбросились в воздух, упали. Чё-то тут всё, какая-то дичь происходит. Картины все потекли. Чемодан. Свет могу включить? Нет, не могу. Ой, мама мия. Хо-хо. Хо-хо. Хо-хо-хо. 26 минут, ребята, мы играем в эту игру. Ну вы напишите в комментах, что вы про нее думаете. Я считаю, что она крутая. Пока что тут не было каких-то супер-супер крутых таких аж сильных скримеров, каких-то монстров или что-то в этом подобном. Но может быть тут изюминка в этой игры как раз в этом всем атмосферном доме. Увидимся с вами в следующем видеоролике. А с вами был Ниломоб. Всем пока-пока.